Прокачался Цао-Цао. Что мы ему дадим? Это что? Понятливость. Так, а это... Давайте вот это возьмем. Властное присутствие. Авторитет плюс 4, хитрость плюс 4. Применяем. Что по аксессуарам? Что у нас появилось? Не используется. Все плюс 4, это что? Авторитет, да? Нет, пускай остается то, что есть, а из этих чуваков новое. Все нормально, хорошо. А здесь передадим уже полномочия, город уже это наш, не основную армию, их не разгромили. И оккупируем город. Цао-Цао не пустят, да, выполнили поручение, доверили пустить. Задание получено от каждого по способностям. Господин, а под вашим началом служб много полководцев, они обладают разнообразными навыками, которые вы могли бы поставить на службу своей державы. Отправляйте своих последователей в подконтрольные вам области с различными поручениями. Надзирать за войсками и гражданской инфраструктурой страны и улучшать ее. Каждый ваш слуга по-своему уникален. Используйте его таланты там, где они принесут наибольшую пользу. Ну, это понятно. Достичь уровня 2 маркиз. Задание получено. Понял. Ладно, на ремонт здесь потратить денег. 60 здесь, 55, не так много, здесь 77, 59. Хорошо, посмотрим, сколько нам сейчас будет приносить эта провинция денег. Большой город вроде захватили, и по идее, денег должны получать чутка... Ух, нифига себе, здесь ускоренное пополнение войск идет. 64 хода на вся армия восстанавливается. Вот круто. Названные братья, Синхуай Дун и Цао Цао. Отношения улучшили, да? Так, строительство завершено. Город мы прокачали. Давайте теперь прокачаем наши вот эти вот небольшие поселения, да, в провинции. Загон для скота можно прокачать, соответственно, мы увеличим количество войск. Если так, у нас в гарнизоне получается сколько? 7 отрядов, да? Так у нас получится будет... О, нифига себе, 11 отрядов. Да, то есть круто, плюс будем получать больше дохода от крестьянства. Так, престиж 5, производство продовольствия 3. Престиж 5, 2. Доход от крестьянства там 80 и 100. Вместимость хранилищ 10. Ну, и здесь тоже 10. По большому счету мы увеличиваем гарнизон и доход. Что в... Зерновое хозяйство, содержание 40 монет за ход мы тратим на эту фигню. Так, мы можем перестроить ее, улучшить. Общественное зерновое хозяйство или сельхозгарнизон. Престиж, пополнение войск 3%, снижение стоимости строительства военных построек.
Так, ну это 400 монет стоит, а это 2600. Давайте, ладно, возьмем вот эту вот тему, общественные зерновые хозяйства. Все. Дофига денег потратим, осталось 900 монет, так что больше не тратим денежку. Аккуратно сидим. Так, мы же издали указ о торговле, да? Теперь можем еще больше, чувак, с людьми больше торговать. Юаншу, давай, я приеду с тобой. Торговлю, 400 монет, не хочет, да? Не хочет, значит. Давай тогда мы тебе дадим... Нет, потребовать выплату нет, да, мы тебе предложим выплату. Да, предложим выплату. Ну, чтобы он с нами не воевал, будем торговать, значит он не будет на нас понтоваться. Давай дадим тебе сколько? 300 монет будешь? Согласен. Даже 600 тебе монет. Не хватит, да? Давайте дам. Я когда с этим чуваком замириться, потому что, ну, пока еще не хочу с ним воевать. 800 монет. То есть он хочет 190 монет на протяжении 10 ходов. Торговля будет... ну, это получается он... Еще серьезно? Хочет 2000 монет он хочет от меня. Не, знаешь, я, конечно, хочу с тобой торговать, но борозить не надо. One love. Желтыми повязками. Люда есть. Ну-ка давай. Блин, Люда нет, да, мы с Людаем не можем торговать. Хреново. Так, а мы вообще с кем воюем? Мы воюем сейчас вот с этими. Не с этими, а вот с этими. Таудзянем. Что мы можем? Манипуляция выбранной фракции, чтобы ухудшить ее отношения с другой фракцией или с вами. Будет использован ресурс доверия. Доверие у нашей сессии. Так, давайте проманипулируем немного. Так, а с кем ты там вообще соседствуешь? Так, ты... А ты вот здесь, да? Ну давай, Ван-Ван и... Ван-Шао. Давай сделаем так, чтобы у тебя были хреновые отношения с Ван-Шао, давай. Все, проманипулировали. Они сейчас должны посраться друг с другом. По крайней мере, я надеюсь, что они поссорятся сейчас из-за этой фигни. Что они хотят? Пакт о ненападении? Да идите в попу, я не буду платить им никому, никакой дани платить не буду. Ренпин,熊熊烈火灼天,亦会有熄灭殆尽之时,气绝而火熄,余下的不过是碧波作响而已。 贼臣已死，于禁之中，又有多少人蠢蠢欲动？ Умер Дунжо, фракция уничтожена, восстание желтых повязок. Офигеть. Испытание получено. Возмездие ожидает старых врагов. Порок просочился в сердце семейства Тау. А нельзя сидеть сложа руки. Эти предатели наверняка уже замышляют что-нибудь, поэтому лучше разделаться с главой семьи
как можно скорее. Так, тау, да, какие-то, значит, у нас. Падение тирана, Дунжоу. Дун Амин. Так, значит, мне надо срочно войска двигать из наших северных владений на юг. Делать это надо очень быстро. Давайте займем вот эти фермы, чтобы вот эта армия смогла по-быстрому захватить их. Блин, на север остается без защиты, без гарнизона. Кстати, вот мы отреставрировали здесь, ну, не отреставрировали, а починили город Инчуань, и за это нам сейчас падает примерно по 350 монет за ход. Это очень круто. Тут надо еще будет посмотреть, что здесь стоит, какие постройки, и это все перестроить, поставить более необходимые нам постройки, что-то снести, что-то новое построить, и будет круто. Раз-два. Так, например, тут есть патрули. Общественный порядок они дают, да? Снабжение. Ну, ладно, пускай будут. Пункт смены лошадей. Доход. Понял. Земельное управо. Ну, в принципе, нормальные такие постройки. Посмотрим, может, там потом что-нибудь перестроим, но пока... Пускай остается, денег тратить на это все не будем пока еще. Так, а у тебя как провинция называется? Пэнчэн? В принципе, захватывать ее я не буду, просто зайдем и нахер разорим ее по-быстрому, ликвидируем всю эту фракцию, сделаем ее нашим вассалом и нормально. Так, старые враги. Да, понял. Нам 5 очков не хватает до второго маркиза. До просто маркиза, да? Одним поручением надзирать за строительством. Надо было сделать это раньше, конечно же. Тогда вот эта постройка уже была бы готова, но... И так неплохо. Война с Юань Шао, а у нас же с ним договор был. Как? Офигеть. Так, а они где были на карте? По-моему, где-то на юге, да? А, не на юге, а на западе. Ну, этот отступил, но ему надо уничтожить, потому что он так сейчас будет постоянно заглядывать к нам в гости. Так, ты где там был? Ты был? Юань Шао. А, вон он. Да, на севере он. Так, денег у нас 896 монет за ход. Хорошо, эту армию теперь можно перебрасывать к нам в столицу. Пускай сидит в столице. Отлично. Чунцзян Тянью Тангчэн, Хан Сяо Хуан Ин. Зай ци, ганшоу дао ле джя де вэньнуан.
Так, значит, взяли на дипломатию, но здесь активный торговый договор, но мы его никому не можем впихнуть. А, вот этим можно. Ну-ка. Давайте предложим нам выплату. У них всего лишь нас минус 0,4. О, 400 монет. Ну, мы столько же будем получать заход, так что нормально. Да, 400 получаем, у нас сейчас уже казна плюс 1300 заход. Это круто. Экономика более-менее нормальная. Экономика более-менее нормальная, если с экономикой все в порядке, хотя бы относительно, то, конечно, шансы есть. Тем более, нам сейчас нужно будет нанимать еще войска. А, ну этот со всеми пошел воевать. Гаугань там какой-то тоже с ним месяца. Так, здесь... Блин. Войска, конечно же, полностью не остановятся, но значительная часть будет... приведена в порядок к моменту, когда мы подойдем к кончению. Так, One Love, давай-ка мы с тобой заключим договор, чувак, о праве прохода. А, не хочет, да? Ну, мне наплевать, тогда я просто так бегу сейва искать тебя на территории и все. Не надо разобраться с чуваком. Так что не понтуйся. Никого нанимать не будем, конечно же. Два хода туда идти, но тут граница, блинский, блин. Мне кажется, вам лава обидится, если мы пересечем его границу. Это кто? Лидео. Пакт о ненападении. Регулярные поставки продовольствия. Ну-ка. Так, а продовольствие у меня 9. А он попросил сколько? 10 за 2 хода. А, денег он не хочет, я понял. Он хочет хавчика. Он хочет хавчика. Давай я тебе дам 500 монет. 500 монет, это до хрена, 615 вот. Почему я не могу просто предложить продовольствие?
Давайте дам одну единицу продовольствия. А, они просто хотят денег еще, да? 1800 монет, и у меня будет с ними пока не нападение. А давайте согласимся. 在此基础上合作, пускай будет такой вуфов, 1800, это, конечно, дохрена. Это почти столько же денег, сколько мы получаем за два хода, да? Но зато мы будем знать, что с той стороны никто не припрется и не ударит нам в спи... О-хо-хо-хо. Они воевали и замирились, да? Казна плюс 1300 у нас. Падение империи тирана. Гасы и Людзи. Людзи. Два полководца, когда-то состоявшие на службе Линжоу, подняли мятеж в столице фракции тирана. Продолжают погружаться в хаос. Блин. Ладно, поехали. Да, мы незаконно вошли на его территорию, и он обиделся. Теперь охота и собирательство. Разрешение на охоту и собирательство. Снабжение плюс 4. В принципе, нормальная тема. Денежная экономика. Доход от коммерции 10%. Любовь. Торговое влияние плюс 25. Ну-ка. Стрелки с самозарядными арбалетами. Офигеть, блин. Легитимность он хочет, чтобы мы его подтвердили, то идешь в попу, короче. Легитимность он хочет, чтобы мы его подтвердили. Мы здесь единственные легитимные правители Китая, а ты нет. Ты просто плохой человек. Мы будем держать тебя в осаде и морить голодом, сволочь, готовься. 4000 монет у нас, нифига себе мы заход получаем, нормально. Так, давайте второй город тоже прокачаем, загон для скота до следующего уровня. И у нас тут будут мощные гарнизоны. Честно говоря, это круто. Ну и плюс по статам, да, то есть здесь дохода больше. Вот, у нас сейчас второго уровня. Третий уровень дает нам престиж 5, производство 3, а доход 100, вместимость 10, снижение стоимости строительства. Соответственно, больше производства, больше дохода. Ну и больше гарнизона, само собой. Так, а если мы прокачаем столицу? Так, у нас сейчас второго уровня, правильно я все понимаю? Большое усиление, вот. Вот оно, да? Небольшой город. А, не вот. А, нифига себе, тут плюшек достаточно много прибавляется. Например, престиж 12, плюс 4 к престижу. Население 400 тысяч увеличивается до 800. Доход плюс 25 от крестьян. Доход от коммерции 25%. Вместимость хранилища 20. Ячейка для постройки плюс 3. В последней есть стены. Плюс гарнизон усиливается дополнительными двумя отрядами. Нифига, не двумя, тремя отрядами дополнительно.
Блин, это крутая тема. Поэтому давайте прокачаем за 2700 столицу провинции. Хорошо, закончим ход. Хотят мирный договор и предлагают нам 1300 монет. Давайте обсудим. Давайте обсудим. Что я могу у вас попросить? Значит, дипломатический. Нет, пожалуй. Нет. Хочу сразиться с вами. Таудзя, я хочу сломать тебе лицо. Извини, друг. Сначала мы тебя разгромим, а потом, возможно, возможно, в теории, мы с тобой помиримся. Перевязываю в нашу сторону. Отлично. Отлично. Это будет эпичная битва. Ну, я думаю, мы оставим ее на следующую серию, друзья. Всем большое спасибо, что смотрели. С вами был Гемелькар Барка. Надеюсь, что вам понравилось. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь.